Мэзик, ты будешь снег убирать, да? Тебе зачем лопата? Тебе зачем лопата? И тебе, Зевс, тоже лопата нужна. Поможливые. Сейчас выпущу лопату вручную и будете убирать снег, а то мать одна с утра горбатится. Что такое? Знаете? Вот вам лопата. Да. Убирать снег будем все дружно, всей семьей. Да. Давай, давай, помогай. Август, сейчас приду, не плачь. Сейчас сначала вот этих вот архаровцев. Тебе нужнее, да, Зевс? Значит, Хабибе нельзя работать, а Мэйзекин можно, да? Мэйзекин можно, правильно. Младшие должны работать, а старшие вон это, царствовать. Кярушка. Кярушка. Ну, если Хабибе получила, так ты теперь тоже получше, если что, не будешь не подходить. Тебе ей тоже нельзя, да? Тебе надо? Эх ты. Здрасте. Я ем лопату, а ты ешь меня, да? Кьяра, ты зачем ее кусаешь? Деловые колбасы. Так, ладно, я пошла. С вами весело. Работать надо.